Привет! С вами снова повар от Бога. Видела новых подписчиков. Спасибо большое, очень приятно. Привет! С вами снова повар от Бога. Видела новых подписчиков. Большое спасибо. Мне очень приятно. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. Поехали. Это моя домашняя кухня. Здесь я готовлю каждый день для своей семьи по тем рецептам, которые я нахожу в интернете. И моя семья оценивает, хороший это рецепт, вкусно это, потому что не всегда рецепты удачные, и не всегда можно рассчитывать на какой-то рецепт. Итак, сегодня я предлагаю попробовать удивительный для меня рецепт. Вот нашла. Это маринованные лимоны. Вот я пробовала овощи маринованные, там огурцы, помидоры, кабачки. Пробовала фрукты маринованные, которые подаются там к мясу. Это и слива, и дыня. Там. Но вот лимоны для меня это, ну вообще сюрприз. Итак, давайте попробуем приготовить. Я буду готовить на пол-литровую баночку. Много делать не буду, потому что я даже не знаю, какой будет результат. Итак, я возьму 4 лимона, острый перец. Так, приправы: чеснок, кориандр, зира и анис. Здесь 2 чайные ложки соли и 4 чайные ложки сахара, перчик черный и душистый и лавровый лист. Итак, для начала, как предлагают в рецепте, я поставлю готовится маринад. В рецепте, тот, который я нашла, там предлагают прямо залить холодной водой. Но я так подумала, что если маринованное, значит, будем делать так, как положено. Маринованное. Поэтому я воду ставлю на плиту, туда сахар, приправы. Приготовим так, как оно должно быть. И перчик. Перчик с лаврушкой. И мы, пока это все закипает, мы порежем острый перец и лимоны. Так, предлагают мариновать вот дольками. Так что попробуем. Ну, для меня прямо совсем вот удивительное, честно говоря. Совсем новое. Так что будем думать и смотреть. Будем посмотреть. Так, вот режем на такие вот долечки. Так, перчик предлагают резать прямо семечками. Попробуем. Может стоить не целый перчик, а половинку добавить, потому что будет очень остренько, как я так думаю.
сразу запах перца, да? Аромат такой. Так, и лимончики. Я вот обрезаю пупки и вот так. Ну вот, готовый маринад. И я не хочу заливать вот прямо таким кипятком. И естественно, уксуса мы добавлять не будем, потому что здесь кислоты хватает. Так что подождем, чтобы чуть-чуть остыло, и будем заливать. Ну вот, я начала заливать потихонечку. Так, быстро не заливаем. Так. Все. Закрываем. Подождем, когда полностью остынет, и поставим в холодильник на 2 недели. Через 2 недели будем снимать пробу. Прошло 2 недели. С нетерпением ждала, что ж у нас получится. Ну, такой вот, я вам хочу сказать, очень странный аромат. Давайте снимем пробу. Очень необычный вкус. Очень. Я вот даже и не знаю, мне нравится или нет. Но к мясу будет сказочно. Попробуйте приготовить, и я думаю, что ваши близкие и гости будут удивлены. Понравилось? Подписывайтесь, ставьте лайки. Хейтеры, привет! Спасибо вам большое! Наслаждайтесь вкусной едой. Всегда ваша, повар от Бога.